особенно соскучились мои азербайджанские земляки. Особенно любят, когда говорят «Салам алейкум, хэхмэтли достлар». Пускай. Так вот, о чем речь в данном случае идет? Получается, что, значит, в вашем эфире я озвучил вопрос о том, что и наш премьер-министр, то есть мой любимый журналист, озвучил в парламенте это, правильно, нет? Когда ему вопрос задали, что был ли приказ не сопротивляться? Мы эти все видео видели, когда там выходит там какой-то азербайджанский, говорит, не бойтесь, выходите там туда-сюда, кто у вас там в блиндаже еще сидит? Вышли, нет? Да? Вышли. Что он сказал? Повторяя то, что ваш покорный слуга сказал. Если был приказ такой, чтобы не сопротивляться, не открывать огонь, если у тебя в руках есть оружие, и ты не открываешь огонь, тебя судить надо. А если такой приказ был отдан, значит, надо судить того, кто отдал этот приказ. Это не я сказал. Это мой любимый журналист и ваш премьер-министр сказал. Правда ведь? Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Вот и что мы должны в данном случае понимать. В данном случае, помните, я говорил, что вот сейчас они карты обещают отдать, нет, за военнопленных. Завтра еще военнопленных возьмут, еще что есть отдать. Так я говорил или нет? У вас же здесь в эфире. Видите, что получается? Берут и берут, сдаются и сдаются. Что это называется? Наши берут, возвращают. Ну, это те не берут так, и это, называют это, их, это, те не берут, по... Григорий, называют их террористами. Но это то, что взяли и вернули, это неподтвержденные данные, нет? Хорошо, когда наших берут на нашей же территории, с нашей же территории называют. Если у тебя автомат в руках. Ты защищаешь свои границы. Защищаешь свою жизнь, защищаешь свою честь и достоинство. Хотите, расскажу, что там с пленными делают? Лучше не надо. Вот поэтому и говорю. Вот герой, герой-пацан, который подорвал себя, когда все закончилось. Вот во время этого боестолкновения, чтобы в плен не попасть. Что значит в плен попадать? Что это такое вообще? Что это за новая мода? Надо рассказать, что там с пленными происходит. В подробностях всех. Может быть, предпочтут за честь подорваться на мине, или на бомбе, или на гранате, или застрелиться, чем в плен попадать. А вообще еще лучше, если с собой несколько аскяров заберут, а не то, чтобы сдавать. Видели вы это видео, да? Выходите, выходите из блиндажа, сдавайтесь. А когда палками гнали наших солдат, что это такое вообще? Что? Мужество потеряли, что ли? Нюх потеряли? Нет, приказа не было. Приказа не было. Мой любимый журналист и ваш премьер-министр в парламенте сказал, что? Сказал, что если такой приказ был не сопротивляться, значит судить надо того, кто этот приказ отдал. Если такого приказа не было, значит надо судить тех, кто сдается без сопротивления, сдавая границы.